Накануне Пасхи в Софии Киевской стартовал проект «Спроси у ангела». Мастер-классы, праздничные концерты, квесты, интерактивные экскурсии, презентации книг и выставки будут проходить до 21 мая. Львовская художница Наталья Курий-Максимов привезла в столицу 25 ангелов-хранителей. Каждая работа – авторское видение всех регионов Украины. Ангелы – предвестники добрых новостей и хранители от зла. Львовская художница Наталья Курий-Максимов начала создавать свои картины в дни революции достоинства. Ангел Днепра соседствует на выставке с защитником Львова. Этим подчеркивается единство Украины. Сначала нарисовала ангелов для городов восточного и южного регионов Украины, а потом и для всей страны. Символично, что проект начинает свое путешествие по Украине из столицы, сердца Украины, Киева. Живопись на стекле – древняя народная техника, стала основной для художницы. Именно стекло Наталья избрала, чтобы передать дух украинских традиций. Ее работы меня тронули своей добротой и чистотой. Я со всей уверенностью могу утверждать, что это единственная художница, которая рисует в таком стиле. Своего родного черниговского ангела нашел Дмитрий. В принципе, узнается Черниговщина. Видим из Спаса Преображенский собор. Даже ландшафт передан. Мне эта картина интересна как локальная идентичность. Родной ангел. Символично, что открылась экспозиция в Софии Киевской в канун Воскресения Христова. Пасхальное дерево, украшенное писанками из витражного стекла, изготовили студенты Академии искусства красоты специально для проекта «Спроси у ангела». В соседней комнате малышей учили обваливать шерстью один из символов Пасхи – яйцо, а также знакомились с праздничными традициями. Александр Панченко, Владислав Посудевский, UATV.